Всем привет! Вы смотрите проект «Павел и его команда». И сегодня мы объединились с клубом ретро-автомобилей «Молодая гвардия» и едем помогать в Могилевский специализированный дом ребенка. Едем помогать! Могилевский специализированный дом ребенка – место особое, я бы сказал, уникальное. Тут живут малыши с рождения и до 3 лет, а также дети с особенностями развития. Сюда попадают не только отказные малыши, но и крохи, временно изъятые из семей. За время существования Могилевского дома ребенка, а это ни много ни мало более 70 лет, в нем нашли любовь, заботу, ласку и понимание более 11 тысяч детей. Наташа, да. У вас такая достаточно интересная, но очень сложная работа. Как вы вообще справляетесь? Детки у вас? Маленькие, их много, но справляемся. Вы знаете, у нас очень хороший коллектив сотрудников, которые любят наших детей, которые их целуют, обнимают, воспитывают, присматривают, досматривают. Справляемся. Наши женщины выполняют роль для них мамы, бабушки. Ну вот это самое сложное, наверное. Когда ты приходишь и хочется отдать этому ребенку все, а потом приходится уходить домой, а они остаются здесь. А как проводится работа с детками? Как долго они у вас находятся вообще? Детки у нас находятся от рождения до 3-4 лет, маленькие. Работа проводится с ними согласно всех нормативных документов, которые у нас есть. С ними работают медицинские работники, врачи, медицинские сестры. Также педагогические работники работают. Это воспитатели, учителя, логопеды, музыкальный руководитель. Занимаются каждый по своей программе, каждый выполняет свою работу. А в принципе получается все хорошо. Скажите, вот сегодня приехали к вам. Какую работу можно было бы у вас сделать? Учитывая, что только начинается весна и только уходит снег, то, конечно, если бы вы нам помогли убрать на улице, может, где-то подмести что-то. Ну, после снега, после зимы, как в хозяйстве, в большом доме, ведь у нас называется дом ребенка, дом, где живут дети. Поэтому, если вы в нашем доме поможете начать нам убирать, то будет вполне хорошо. Сделаем уборку. И не только уборку, смею сказать. Сегодня мы запланировали массу полезных и интересных дел. А помогут нам ребята из автоклуба «Молодая гвардия» и студентки из Могилевского университета имени Аркадия Кулешова. Малыши всегда замечают изменения, будь то новая игрушка или песочница, которая снова обрела яркие краски. Накануне выезда мы с Катей долго думали, чем можно удивить малышей, ведь большинству из них нет еще и 3. Работать с нами, сами понимаете, они не могут. Покататься на машинах – это впечатлит их через пару лет. Выход, как и все гениальное, просто, ведь что любят дети? Правильно, играть и, разумеется, сладости, поэтому и начали мы с праздника. Ручками, пожалуйста, помогайте! Привет! Молодцы! А кто еще выше ручки сможет поднять? Ну-ка, высоко, высоко поднимайте! Привет, Силе! Привет, мои хорошие! Вы знаете, наступила замечательная пора года, весна, и я, Минни-Маус, мышка и мои подружки-принцесски решили прийти и поздравить вас, поиграть с вами, а еще подарить наше маленькое волшебство. Вы хотите волшебства? Кто хочет, давайте ручками похлопаем, похлопаем, молодцы! Мы будем работать на полной импровизации, потому что будем смотреть, как будут реагировать наши детки. Будем пузырить, будем танцевать, будем сажать цветочки, потому что у нас весна. И праздник у нас хорошего настроения и весны. Закрыли глазки. Ура! Кошка никого не нашел. Ой, здрасте. А смотрите, какие у меня ушки мягкие. Потрогайте ушки. Посмотрите, возьмите одно ушко. А у меня, смотрите, ушки. Давай потрогаешь мои ушки. Будем махать руками. Давайте я посмотрю. Блин, Маша, привет. Привет, смотри, привет. А тебя как зовут? Скажи. Присаживайтесь, пожалуйста, на скамеечку. Привет, 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 солнышко. Меня мышка зовут. Привет, красавчик. А скоро у нас наступит весна, да? Правильно? Вот. Ну и скоро у нас распустятся самые лучшие цветочки и вырастет самая красивая травка.
Ну-ка, несите нам травку. Мы одну травку вам принесли показать. Посмотрите, какая она у нас красивая и замечательная. Ребята, идемте потрогаем ручками. Посмотрите, какая она у нас мягкая, зелененькая. Посмотрите, какая она у нас красивая. Ну-ка, потрогайте ручками. Вот, ой, как красиво. Посмотрите, ой, трогаем, трогаем, трогаем ручками. Вот она мягенькая у нас. Посмотрите, какая. Ой, красиво! Ребята, но травка скоро зазеленеет, а на этой травке вырастут самые красивые цветочки. Давайте мы сейчас с вами посадим быстренько цветочки. Посмотрите, какие они у нас есть. Молодцы! Здорово! Так, еще давайте посадим цветочки. Так, смотри, а давай мы туда помашем. Давай с тобой помашем. Вот, здорово! Тихонько, тихонько, мое солнышко. О, умнички! Молодцы, ребята! Павел и его команда приехали в Могилевский специализированный дом ребенка. Сегодня мы играем, веселимся и просто хорошо проводим время. Наши аниматоры устроили для малышни настоящий праздник весны. А еще нам предстоит генеральная уборка на игровой площадке и мастер-класс для моей помощницы Кати. Что это? Пусть пока останется в тайне и для вас, и для нее. Ну а мы идем в парк. Ребят, пока аниматоры работают с нашими детками, наша задача сейчас убрать вот эту вот часть парка. То есть, как видим, снег сошел, листва осталась, мусор какой-то есть. То есть наша задача минимум прибраться, более-менее, чтобы тут было чистенько. Хорошо. Удачи. Конечно. Приступаем. Труда, фронт работы. Показывай. Солнце мое, для тебя у меня заготовлено несколько иная участь. То есть мести не надо? У тебя что? Сейчас будет лайфхак, будет что-то покруче. И что? Идем. Ну, рассказывай, намекни хотя бы. Ты сейчас будешь участвовать у нас в лайфхаке, то, о чем мы с тобой говорили в самом начале. Тебя ждет очень брутальный инструмент. О, пенек. Пенек? А тут не только пенек. Бензопила? Бензопилочка. Кать, сегодня мы заготовили лайфхак специально для тебя. Мы будем делать грибочки из вот таких вот поленьев. И один из этих грибочков будешь делать ты. Вот тебе мастер. Учитель труда и физкультуры. Да. Ну что ж, отдаю Катерину в ваши руки. Приступайте. А пока мы убираем в парке, самое время заглянуть в нашу детскую. Малыши уже высадили игрушечные цветы на плюшевую траву и приступили к мыльным процедурам. Смотрите, каких их много пузыриков! Можно ножками! Вот так! Аккуратно! Вот так! Здорово! Так, надо нам еще много пузырик! Большой, смотрите, какой! Вот еще много больших! И много-много-много-много маленьких! Ой, какие красивые! Вот. Здорово! Отлично! Сейчас я вам покажу этот тоннель! Готовы? Смотрите! Итак, ну кто не боится, ну-ка в пузырик, давай, принцесска, готова? На старт, внимание, полетели! О, здорово! Так, давай! Здорово! Ты умничка, молодец! Павел и его команда приехали в Могилевский специализированный дом ребенка. Сегодня мы играем, веселимся и просто хорошо проводим время. Наши аниматоры устроили для малышни настоящий праздник весны и мыльных пузырей. А еще мы сделали генеральную уборку на детской площадке. И не забываем про наш традиционный мастер-класс. Самое время заглянуть в творческую мастерскую Катерины Балуковой. Вы думали, что я сразу возьму в руки бензопилу и, как в лучших фильмах, в муках творчества сотворю шедевр. Но проблема в том, что я даже не знаю, как держать инструмент. А уж о том, как с его помощью из обычных дров сделать гриб, и речи не идет. Поэтому стоп-мотор и начинаем сначала, с тормоза.
Это ручной тормоз. А это что значит? Ну, то есть цепь не крутится, когда он стоит. Угу. Цепь не крутится. Это тумблер включения-выключения. Это подсос, это не надо. Ну, это, в общем-то, да. Покажите мне, что из этого пенька вообще можно сделать. Я слабо представляю. А Артём, по-моему, слабо представляет, как можно доверить мне бензопилу. Но лайфхак обещан, а дрова ждут. Так, ложим и пилим вот так. Где-то вот такой, ну, то есть сантиметров 15-20 ступает. Внутрь? Да, внутрь. Не, внутрь, ну, где-то полшины. Вот так? Да, полшины. Ну и по всему кругу вот так. Оп, прокрутили. Ого. Ну, а потом начинаем вот эти резы выбирать. Мамочки. Сначала вот так, ну, 4 части. Угу. Так. Ну, а потом уже сглаживаю дальше. Ой. Если честно, тогда я так ничего и не поняла. Но схема классическая спасала меня лично не единожды действовать по ситуации. Ну, давайте пробовать. Уши... Ай, уши больно. А как их быстро... О! А я же ничего не слышу. Так надо, да? Что? Это так надо. Хорошо. Включайте. Да, нет. Это? Ага. Ну давайте попробуем. Ого, у меня получается! Оказалось, что бензопила – это не так страшно, как представлялось. А масса инструмента, напомню, 7 кг, при правильном обращении не ощущается. Это даже легче, чем нести 2 пакета продуктов из магазина. Вспомнили это чувство? Так вот, с бензопилой не намного сложнее, поэтому все за лайфхаками. А если у вас уже есть идея, как своими руками и из подручных средств сделать что-то полезное, красивое, присылайте их нам по адресу город Могилев, улица Первомайская, 83, или в гостевую нашего сайта tvrmogilev.by. Как ее выключить? Ого! Так, ты что, вся в опилках? Вот так вот он делается, да? А что с ним еще нужно сделать? Копать. Его нужно покрасить? И вкопать. Ага, ну красить я люблю, это проще. Знаете, бензопила так прилично. Итак, миф о том, что бензопила исключительно мужской инструмент, развеян. Деревянный гриб готов, а новый опыт и еще одна полезная идея в копилке. Все удалось. Только в кроссовке нагребла, теперь я понимаю, зачем хорошо сапоги лесникам. В сапогах мои копилки. Да. Жесть. Как их достать теперь? Паша, как достать опилки? И тут, как говорится, не судьба Кате отдохнуть. Ведь грибы мало сделать, их еще прикопать, да и покрасить нужно. Самое время закасать рукава и взяться за лопаты. И тут... Они должны рядом сидеть? Ну, на расстоянии там. Метр. Глубокую ямку копать. Я так всегда копаю, чего вы ржете? Какой вы, не знаете? Как говорится, посмеялись и хватит. Закопаем грибы сами, ведь не женское это дело лопаты ломать. Катя и без того отлично потрудилась, а заслуженная награда ждет ее на автодроме. Правильно? А сюда до конца вниз. О! Плавно отпускай, носку больше. Круто, побрели! Правильно? Вторая, повалили бока! И заливает. Это класс, ощущение круче. Это лучше, чем пинчиками.
Павел и его команда. Срежем дерево, вырежем грибы, покрасим все, что нужно. Если вы хотите стать частью нашей команды, заходите на наш сайт www.tvrmogilev.by. До встречи в нашей команде. Павел и его команда приехали в Могилевский специализированный дом ребенка. Наши аниматоры устроили для малышни настоящий праздник весны и мыльных пузырей. Мы убрали и украсили детскую площадку, а Катя Булукова освоила бензопилу. Забыли только про сладости, но о них чуть позже. Ведь малышня отправляется на обед, а мы продолжаем работу в парке. Вы знаете, у нас здесь очень красивая есть аллея туевая. Мы вот высаживали как-то наши сотрудники. Они уже стали очень большие, красивые. Но у нас тут есть один маленький-маленький сучок, ветка, которая уже высохла. Может быть, вы нам ее спилите? Ага, я так понимаю. Вот здесь вот совсем маленькая сухая ветка. То есть вот этот вот здоровенный сук. Маленькую сухую ветку, да. Здравствуйте. Юрий. Анатолий. Алексей. Здравствуйте. Мы хотим преподнести от нашего клуба ретро-автомобилей «Молодая гвардия» полезные для вас вещи, для вашего дома ребенка. Это лампочки. Я знаю, они часто у вас горят. И вот возьмите этот скромный наш подарок. Огромное спасибо. Эти вещи всегда нужны нашему учреждению. Огромное спасибо вам за заботу, за участие. И не забываем про обещанные сладости. Я знаю, что вы еще подарочки подготовили. Да, мы подготовили сладкие подарки для деток, конфетки и печенье. Они очень любят эти сладости. Мы уже неоднократно их привозили, им вылаживают на тарелочку, и после того, как они покушают, чтобы как бы не отбить аппетит от борща, конфетки они будут кушать после того, когда покушают. Бери ложечку сухую. Здравствуйте. Здравствуйте. Держите конфетки. Угощайся. Бери. Ну, бери ручкой. Держи конфетку. Бери. Вот. Бери ручкой. Вкусно? А мне сегодняшний день очень понравился. Вы сделали все, что запланировали. В спокойном режиме. Грибы сделали, ветку спилили, детей развлекли, территорию убрали. Покатались, как в детстве. А, ну да, и на качалях покатались. Ну что, Катя, теперь, я думаю, самое время пойти и просто сдать работу. Ой, прошу вас. Все, давай. Останавливайся, пошли. Ну, Наталья, я думаю, самое время принимать работу. Смотрите. То, что запланировали. Все сделали. Все сделали. Да. Грибочки наши. Грибочки? Выросли, вы их посадили, территорию убрали. Спасибо вам большое. Ветку спилили. Ветку спилили. Да. Ветку красота будет теперь. Да. В принципе, красота. Зовите нас еще. Вы знаете, мы вас с радостью позовем, приезжайте к нам. Вы смотрели программу «Павел». Увидимся ровно через 2 недели. Пока-пока. Пока-пока.